положили, вот завезли. Бас. Контрабас. Контрабас. А в России быть? Быть. Все, посмотрел? Заем уже побольше. Кроме сала уронили. Ты перезаряжал его? А? Малой, перезаряжал. Кроме сала уронили. Перезаряжаю после... Пойдем сходим в гости к укропу. Эй! Хорош стрелять, пидорасы! Эй! Это я говорю, блядь! Эй! Хорош! Ой-о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 й! Хороший! Стоять! Тебе не страшно? Нет! Я уже так натерпелся за эти 3 месяца, блядь. Здесь стою. А сколько тебе лет? 52. А воюешь? Воюю. 6 апреля воюю. Почему ты воюешь? Это моя земля, у меня тут дочка, жена, внук, все здесь. Еще я должен кому-то что-то отдать. Я не к ним пришел, они к нам снова пришли, блядь. И мне не жалко, блядь, эту душу умереть на этой земле, блядь. Вот здесь. Я стою за свою землю, за свою семью, за всех. Бачишь? Видишь, как я стреляю? Вижу и слышу. Да. И что дальше? Они будут нас победить, а не получится никогда, никогда. Никогда у них не получится. Пока мы живые здесь, никогда у них не получится. Блин. Он, видишь, я глупый. Со всех сторон. А и? Я стреляю. Долбить. Ты же видишь? Видно. Сам видишь. Ну, конечно, это видно. Они находятся туда, да? Да вот, 100 метров от нас. Вот видишь, вагоны вот стоят, вот они, вот. Вот вагоны все, это все они за всеми вагонами. Мы здесь уже 3 недели стоим и будем стоять чуть. Нормально пацаны поливают. Стояли и будем стоять. И говорю всем, пацаны, вы не сюда пришли, не за этой войной вы сюда пришли, бля. Не для того вы воюете, не за тех вы воюете, за нас надо воевать. Мы стояли и будем стоять здесь до конца. Хоть бы кто тут не был, кто не пришел бы сюда, всех, все. Я вам говорю, что, бля, мы здесь стояли и будем стоять до конца. Это точка. Спасибо.